Надо было вам, блядь, сюда приходить. Вообще невозможно, отвратительный, блядь, день я выбрал. Это спуск, там был спуск. Я еду на спуске, кручу педали, я останавливаюсь. Это нормально вообще, нет? Не знаю, ну что, я подписался, время 8 утра, 8.05. Проехал уже 40 километров. Ветер просто, блядь, невозможно. Если я буду что-то ехать и что-то рассказывать, вы меня просто не услышите, потому что ветер, блядь, такой дикий, просто не слышно меня. Да я сам себя не слышу. Тут, конечно, его нет, потому что я на спуске, как бы, он весь наверху. Пью сачокс апельсиновый. Да. Ну ладно. На обратной дороге, может быть, уже. На второй половине пути что-нибудь порассказываю. Что, ребят, 57 километров пути. Выехал в Ульяновскую область. Это соседняя с Самарской. Она находится к северу от нас. Ветер. Ветер отвратительный. Ехал все время на север. Ветер был северный. Просто ужас. Он меня вымотал. Очень сильно. Ветер мне будет дуть прямо в спину. Еще, ребят, первые грунты. Я что-то приуныл конкретно. 103 едет. Ой, я приуныл. Фу. Все, ребят, выехал там, где я был.
Который вас ждет, ребят? 140 километров пути, 7 часов времени. Общего я не знаю сколько. Наверное, часов 9-10. До города еще где-то 20-15. Общее состояние хорошее. Усталости как таковой нет. Но я чувствую усталость моих связок коленных. Ветер меня вымотал, просто ужас.